И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей, и сегодня я решил вернуться во вселенную The Forest. Я не знаю, было ли там какие-то в последнее время обновления, но вроде как были. Знаю, что добавили виртуальную реальность, но у меня ее пока что нет, поэтому просто посмотрим на то, что да как у нас сейчас тут есть. Хотел включить мод, при котором аборигены не появляются днем, а появляются только ночью. Блять, забыл, как он называется. Потому что мид-мод это обычный, по-моему, веган-мод это когда их вообще нет, то есть можно включить этот креатив. А я хотел им виджетериан, или как там так называется, короче, чтобы вот они днем не появлялись, а ночью бегали. Ну, в принципе, все как было, все так и есть. Пацана-ка наебит, все. Просто хочу посмотреть, может быть, что-то вот в начальной катсценке поменялось. Попробуем вообще, повыживаем, как здесь, что у нас. Ну, да, в принципе, то же самое. Но сейчас хотя бы он похож, что этот, видно, что просто мужик. Не похож на аборигена, видно, что он вымазан чем-то. Потому что раньше он был просто тупо абориген, просто тупо красный. Так, мало сил, надо что-то съесть. У нас хоть день, ночь, день. Отлично. Ну что ж, будем, как говорится, вспоминать, что здесь да как. Так, ужасно быстро. Вот так пойдет. Так, да. Ну, как обычно, в Форесте не может тебя никуда не отталкивать. Я вот сейчас куда-то, видишь, вниз немножко как скатываюсь. А нет, сейчас уже стою. Окей, оки-доки, давай-ка. Сначала наедимся. Так, ну, я думаю, хватает нам хавать. Так, у нас все, есть топорик. Отлично. Так, каменюки всякие. Подожди, в настройках у меня, по-моему, высокий. А, ну все, у меня все на максимум. Поле зрения, я думаю, выкручу до 95. Так, частота кадров не вижу. Че? Это я хуй его знаю, че. Да окей. 95 до хуя. 90 нормально. Так, ну че, давай-ка, во-первых. Как обычно, начинаем лутаться, конечно же. Еще потом поковыряюсь, короче, в интернете. Если получится, включу этот мид-мод. Чтобы он, знаешь, ну, такой был бы, блядь, поинтереснее, не знаю. Мне он понравился больше, чем обычный. Вот. А в том отношении, что реально днем ты вот спокойно ходишь, лутаешься, строишься, как бы, знаешь, так вот. Ни о чем не переживаешь. Зато как только наступает ночь... А, как тут? А, на И. Ага, да, понятно. Как наступает ночь, начинается полный пиздец. Вот, закрытый, давай-ка. Он попал. Ну, не знаю, форестик, я так думаю, по-любому. От лагов они никуда не делись, от багов, от всяких фризов. Так, вообще, где мы находимся? Давай-ка глянем. Если я... Да, я ошибся. В принципе, тоже нормальное место. Так, давай-ка сначала облутаем весь самолет. Но опять же, у нас вот какое будет выживание? Правдоподобное, неправдоподобное, не знаю. Я помню, как-то я начинал... Сколько их у меня? 6. А чё, убрали лимит? Их, по-моему, по 5 штук всего собиралось. Так, камушки собираются, хорошо. Слушай, давай-ка мы... А чё, всё, пробел не работает? Раньше пробелом можно было управлять, ладно. Да, видишь, раньше можно было просто пробел. А, ну это то, что вот сейчас еще поддерживается функция виртуальной реальности, видать, из-за этого, да? Так, ладно. Ага,
Пока что вроде... А, ну давай-ка бузиков сделаем. Ага, о, отлично. Отлично. Тут у нас и все сейчас на русском. Вообще удобняк, вообще удобняк. Давай-ка вниз. Креативный режим не интересно тоже включать. Хотя можно будет как-нибудь тоже креатив включить. Понастроить, блядь, все, что хочешь, да? Так, проверяем. 7. 7. Да, либо убрали лимит по ним, либо просто как увеличили количество, может, просто их. Ну, потому что, по-моему, их по 5 штук в последнее время собиралось. Да нахуй мне этот камень не нужен. Вот. О! А, ну да, здесь же шмотки. Еще сейчас несколько видов шмоток. Мы можем их менять, в инвентаре переодеваться, короче, там все дела. Такс. Блять, надо вспоминать теперь еще вообще карту, потому что давно не играл в него и уже давненько подзабыл, что где находится. Тем более карты же у нас нету еще. Нету. Че, а, стамина кончилась, что ли? Нет, вроде. Та-дам, та-дам, та-дам. Та-да-та-да-та-да-та-да-та-дам. Так, ну давай куда-то туда. Нам нужен топорик современный взять, наверное, да? Так, вот я что-то вижу. Так, это у нас календула же, да? Что-то типа... Что-то типа того, да? О, мы выбежали к яхте, да? Помню, помню, строился я возле яхты. Можно здесь и начать строиться. Здесь, потому что, во-первых, в принципе, есть сама яхта, на которой можно благополучно, да, скрыться там от всех вот этих аборигенов. А вот, это во-первых. Во-вторых, здесь очень много ресурсов. Прям действительно много. Во-первых, есть по ресурсам, если да, то есть еда. То есть черепахи здесь постоянно. Блять. Давай-ка посмотрим. Камешки, о, монетки, давай еще что есть. Еще что-то есть. Вот. Все надо собирать. Так. Вот. Во-первых, еда есть. Во-вторых, здесь и деревьев много обычных, и много кустарника, с которого, то есть, мы будем добывать палочки. Потому что нам это хули все же надо. Ну, как я понял, даже вот Forest уже вышел в релиз, да, а, блять, в нем все равно именно по сюжету, да, хуя нестыковок. Они что-то как-то добавили вторую там, да, концовку. Мы ее как-то, по-моему, на стриме смотрели. Ну. Хотя, ты знаешь, давно Forest не играешь, когда все равно интересно. Ну. Сука, как так-то, блять, а? Новые предметы. В смысле? Ох, ну нихуя ж себе-то. Здесь ты посмотри. Здесь, ну-ка, давай-ка просто. Все полностью переведено. 7 палок, 6 камней, 6, 7 дров. О, бля, ты посмотри. Так, ага. Ну вот, давай просто пощелкаем. Во-первых, да. Я не помню, было ли это в последний раз, когда я играл. Все сделано красиво, то есть теперь прям нарисовано. Не то, что как раньше. Ну, раньше такой, как типа чертежей было, а здесь прям вон, блядь, все, как оно будет выглядеть нарисовано. Приколюшка, приколюшка, что я могу сказать. Оп. Чуваки, а вам чего? Да, вот поэтому я и
хотел включить вот этот вегетариан мод или что, чтобы, короче, вот днем их не было просто-напросто. Первый день, насколько я помню, бля, я, короче, забыл посмотреть, здесь должен был быть этот красный типа абориген. Хотя, может, его убрали уже. Хочется пить, найдите чистую воду. Хорош, нам пока еще ничего не хочется. Так, ну чё, я думаю, будем строиться где-нибудь здесь, да? Дом, причем можно прямо на воде поставить. Ну ты чё пизды дать, а? Чё ж ты здесь ходишь? Так, ты у меня... Блядь, ёбаная... Сукин кабан, блядь, иди нахуй отсюда. Ты чё, блядь, охерел, что ли? Ну да, обычно топориком долго их приходится гасить. Так, ладно, пока он валяется, давай-ка... Этих... А. Ага. Слышь, а как мне с нее теперь взять что-то? Ты ж сдохла. Ну, не понял я. Камешки возьмем, а камешки все. О! Сейчас и панцирь, и мясо. Короче, поставим себе несколько поильничков сразу, наверное, да? Опачки. Ну, голова хоть лучше стала. Раньше, по-моему, выглядела она как-то по-другому. А, так... Ты чё, блядь, живая, что ли? Ты... Как так-то? Вот. Ну, вот так я понимаю. Так, все, панцирь остался, да? Так, ладно, давай немножко просто разметим. Для начала, чё где будет стоять, я так думаю. Угу, это... Птичник. Блядь, птичник. А сказали бы, как он правильно называется, блядь? Забыл я. Скворечник, вот. Так, ну здесь вроде я смотрю, вроде бы все то же самое. Вот этот плот, я такой большой плот, я его не строил, по-моему, или строил. Не помню, строил, по-моему, хуйня какая-то. Так, ладно, постройте сигнал, не теряйте надежду. Опаньки, смотри. Ничего себе. Ох ты, вот я такого не помню. Не было вроде, когда я играл. Вот это приколюха. Ну давай прям вот здесь его где-нибудь типа строим, типа вот так. Да это я понял. Это для того, чтобы нас было, короче, видно с самолета. Ну прикольно, прикольно. Я тут недавно начал смотреть, уже не знаю по какому кругу. Короче, как положено, наверное, вот первый раз я смотрю. Программа есть такая, по Discovery идет. Называется «Выжить вместе». Сейчас вот в интернете ее смотрю, дошел уже до 4 сезона. Прикольная игра. Вот, ой, игра, блядь, прикольная программа. Я бы, честно, попробовал бы так тоже. Интересно. То есть, ну, грубо говоря, вот тот же самый The Forest. Они, блядь, появляются, хуй пойми где. Так, давай-ка, наверное, я костер бахну, да пока начну сжигать трупы. Так, подожди, что еще есть? Список дел. Так, дней прожито 0, хочется пить, это ладно. А гидрация 41%, здоровье 74, энергия. О, запас сил, броня, утепленная броня. Ты посмотри, душевное состояние, ага, сила 20, вес. Я не знаю, это в чем. Атлетизм 20. Руководство по созданию. Ага. Путеводитель по природе. А, короче, смотри. Короче, смотри. Если я вот это сейчас приму. Смотри. Они у меня должны быть в этом, да, помечены? Ну, блядь. Ладно, не пометились они. Сука, вот. Ну, прикольно сделано все сейчас. Ну, как-то так, знаешь, как, типа подымается или чё, да? Хорошо, это мы все прочитали. Давай-ка мы тогда обычный такой костерчик, да где-нибудь вот здесь прям бахнем его, пускай стоит. У нас вроде для этого все есть. Зажигай его.
И начнем вот это барахло туда скидывать, пускай они, короче, горят. Горит, горит. Так, ну чё, сигнал SOS, да, мы делаем? Хорошо, делаем, значит, делаем. Ну, прикольно. Хотя я, конечно, сомневаюсь, что здесь где-то что-то такое, как бы эта хуйня сработает. Слушай, подожди, мы же можем сделать... Вот что мы можем сделать. Рогатку. Так, теперь мне надо рогатку, допустим, поставить на единичку. Газировка на единичку. Потом, так, единичка есть. Потом вот эти... на двойку, наверное, да? О, выпивка. На двойку. Так, тройка, топорик. Дальше разберемся. Да? Дальше разберемся. Так, ну что, подожди. Разметить же все надо. Так, хату. Хату, я думаю, что мы какую будем делать? Шалаш обычный? Нет, он, блядь, временное охотничье укрытие можно сделать. Хотя можно полноценный дом сделать, да? Давай сделаем полноценный дом. Полноценный дом, и он у нас будет стоять, ну где? Так, перед у нас здесь, здесь перед у нас. Я хочу его поставить так, говорю, чтобы мы этот... особо не парились. Блядь, выше еще можно его, да? Еще выше его можно. Блять, не та клавиша. Так. Надо как-то его так поставить, чтобы он был высоко. Чтобы мы, ну, как бы не в воде ходили. Хотя что, нормально же вот так, да? Сейчас спущусь, посмотрю по уровню воды. Да, нормально. Будет прям в цвет. Ну что, начнем, наверное, с его строительства. Здесь у нас бревен просто до задницы. А, подожди, нам надо, наверное, сразу где-нибудь вот здесь понаставить вот этих штук, которые нам будут отвечать за воду. Подожди, нет. Нет, нет. Вот они. Вот они. Так, у нас, походу, темнее, да? Опа. Я помню, на контроле идешь. Опа. Опа. И опа. Четыре штуки вот поставлю, и нормально будет. Так, ага, тут палочки кончились. Хорошо. Так, есть у нас вот здесь панцирь. Так, вторая у меня сейчас тоже готова будет, получается, да? Нет, палочки не хватает. Ну хорошо, это мы сейчас все раздобудем. Будем хули жить здесь. Посмотрим, что у нас да как. Говорю, давно уже не играл, уже прям, ну, действительно интересно. Когда... у него были постоянные вот эти обновления еще до релиза. Ну, как-то он поднадоел потом уже порой. Потому что все одно и то же, одно и то же. Так, наверное, я буду, знаешь, вырубать пока что вот эту тропку, чтобы я мог к аборигенам прям легко дойти. Не плутать вот именно прям по тропке. Тр-тр-тр-тр. Хотя подожди. А, ну правильно. Сейчас вот так здесь все вырублю. Прямо туда к ним. И нормально будет. Чтобы, короче, кругами не ходить. Давай. Там, потому что будет постоянно респавниться лут. А это у нас что будет? Веревки. Потому что, по-моему, лут как респавнился, так и респавнится. Я сомневаюсь, что разрабы здесь что-то в этом отношении поправили. Ну, действительно, сейчас графика стала поприятней. Вот. Хотя, возможно, графика стала поприятнее еще в счет того, то, что поменял я железо. И у меня сейчас, считай, сейчас все на максималочках прям стоит. Ну и то, можно было еще покрасивше все сделать. Давай, начнем. Так, там у нас уже есть костяшки, надо бы их собрать, наверное. Так, давай, это достроили. Что-то мало. Так, слушай. Но
это, блядь, да, если мы... Таким образом будем собирать все это будет пиздец. Так, это мы ее тоже, типа, должны были записать. Соберем. А, деньжата. Хорошо. Так, на... Тройка. Четверка. Четверка, да? Так, и... А в смысле? Нету. Фу, нету. Ладно. Я думал, там кости будут. Либо они этого убрали, сейчас поменяли. Хрен его знает. Говорю, я уже за обновлениями прям не слежу, поэтому я без понятия, что здесь сейчас да как. Так, нам нужен... вот такой, наверное... Еще камни нужны. Камни, блядь, постоянно респавнятся. Грубо говоря, ты отвернулся, они уже опять появились. Это хорошо. Для меня это хорошо. Да, здесь, конечно, безусловно темно. О, вспоминаю The Forest. Зажигалка, вся хуйня. Это я вспоминаю. О, говорю, помню, первое время вообще боялся выходить там где-то. А, что, не хватает? Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Так, еще палочка нужна. Сейчас раздобудем. Это горит? Горит, все нормально. Вот сейчас выложим вот это сос. Вообще, короче, вот, опять же, смотря ту программу, они, короче, что говорят? Не надо, ну, вот эти сосы, это понятное дело, можно. А, оптимальный вариант — это просто три одинаковых предмета. Одинаковой формы, там, типа того, что-то. Грубо говоря, вот, чтобы было видно, просто можешь выложить на берегу, к примеру, да. Там. Так, ну-ка. Во! Да будет свет, как говорится. А, на берегу можешь просто крест выложить. То есть, не слово сос там туда-сюда, а вот просто крест. То есть, во всем мире это признан, ну, типа, сигнал бедствия. Большой крест. Либо три одинаковых предмета. То есть, они, как-то помню, делали... Три флага ставили. Соответственно, флаги надо ставить было так, чтобы они были, ну, не на одной параллели. И чтобы с любой стороны можно было различить их. И понять, что это действительно три отдельных предмета. Так, ну мы сейчас, мы похуй, мы сделаем сос. О! Да, вот я долбоеб. Надо было его не здесь выкладывать, а вон там. Подожди, а я сломать его теперь могу? А нихуя, это просто я сложил и сложил. Окей. Нихера не видно. Вот вообще. Пиздец, тьма вот просто кромешная. Вот сейчас я действительно, я вспоминаю тот Forest. Ну, опять же, это я пока его вспоминаю. Тот Forest, который был ранее, да? Действительно, нихера не было видно, нихера не было понятно. Особенно для меня, когда я начинал в него только играть. Это было прям действительно новшество. Так. Вот эти факелы, помню. Какой-то свет от них был. Что-то я не пойму, вообще нихуя же не видать. Тебе, наверное, вообще будет пиздец, как ничего не видно. Давай-ка мы, наверное, зайдем в графику. Хайд, хайд. Размытость. А размытость я вообще не люблю. Так, подожди. Дисплей. Яркость. Контраст. Мировая длина. Чего, блядь? Просто выкрутим, посмотрим. Нет, это не то. Мировая длина. Контраст изображения, пещерная и ночная яркость. А-а-а. Ну, типа, вот, просто проверим.
Че, блядь, лучше стало? Стало, но хуйня. Не то, да? Давай вот так сделаем, потому что правда прям совсем ничего не видно. Так, и поменяем, допустим, графику на оригинал. Есть у нас же куча здесь разных. Современная. О, ты посмотри. Короче, подожди. Это мы убираем. Слушай. Так так-то он ебать красивше становится. Это ладно, это сейчас ночь. Но опять же, вот он сейчас как-то... А, блядь, а где луна у нас вообще? Ну? Ну, красиво. Так он мне нравится больше. Так хоть что-то видно, во-первых. А это в таких играх, по-моему, блядь, самое главное, чтобы хоть что-то было видно. Так, этот прогорел, да? Так, что, теперь сюда нам надо, да? Ага, еще две надо. Камешки. Бля, ну прям красиво, смотри, когда луна... А, ну правильно, луна светит, все светло должно быть. Ладно, давай еще посмотрим. Это современный, это 3510. А. Хуйня какая-то. Тепло. Тоже мне не нравится. Насыщенный. Ну и хуя два раза и надо. Вот это на живучее, слушай, да? Насыщенный, ну не знаю, что-то как-то. Так. Эпично. Так, ну эпично тоже более-менее видно. Чё хуль ты орёшь? Я вон выложил слово сос. Сейчас, блядь, за мной нахуй прилетят. Атте. Нахуй, лови. Чё, блядь? Давай вот сюда, в костер прыгай. А хуль ты не поджигаешься? Так, тихо, 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 ты тихо, бля. Так, все, этот готов. Так, вот я не знаю, у меня сейчас стоит одиночный, по идее, здесь должна ставиться пауза, да? Вот в этом. Так, эпично нет, блокбастер. О, вот это тоже при... А, блядь, я испугался. Вот это тоже прикольненько, блокбастер, прикольно. Так, поджигать я так сейчас научился хоть? Научился, раньше, по-моему, не поджигал он так. Ну-ка, давай, кости мне нужны. Так. Что, я сомневаюсь, что они кости убрали, да? Смотри, блокбастер тоже прикольно. Сейчас мы выберем, с чем мы будем постоянно играть. Супер. Нет. Супер, нет, чересчур все какое-то насыщенное. Техас. Техас слишком ярко. Но опять же, это надо будет еще днем посмотреть. Ретро. Нет. Блокбастер тепло, нет. Темно-синий, нет. 131, хуй поймешь. Ну так тоже пойдет, но нет. Короче, мне больше всего понравился современный, да? Вот, современный, да, самая тема, по мне. Это опять же, это, на мой взгляд, кому-то может не понравиться. Ага, все, тут надо уже. Тут нихуя же не видать уже. Давай, пока вырубаем деревья. А, слушай, нам пожрать, оказывается, надо. Но нам ни в коем случае нельзя становиться толстыми, насколько я помню, да? Так. Подожди, нам мясо. Вот у нас мясо есть. Не-не-не. О, в смысле? Кто его нахуй потушил? Я же не тушил его.
Все понятно. Я, короче, маленькие кусочки положил, да? Давай-ка я еще, наверное, один большой сверху бахну. Тогда будет нормально. Вот так пойдет. В современном еще пойдет. Хотя бы что-то видно. Потому что вот, опять же, почему, от чего я сейчас это сужу? Говорю, начал смотреть вот эту передачу. Действительно очень интересно. И там как бы они же что, реально показывают, как оно что выглядит. И вот, ну, блядь, невозможно, чтобы была такая темнота. Это в основном такая темнота, короче, в пустыне. Там, да, там пиздец темно становится. Ведь. Что, бля, куски все одинаковые какие-то. Хорошо. Так, а и здоровье, смотрю, восстанавливается, да, от мяса? Давай. Ты, блин, тут сильно... Вот, вот это, да, это вот тот форест, который был, то есть... А на хардкоре играть все равно, я не знаю. Я как бы начинал, вроде, блядь, поначалу интересно, а потом, ну, заебывает. То есть ты не видишь вот этого сюжета игры, не то что сюжета, а вообще геймплея не видишь. Тупо пиздишься постоянно и все. Это меня, конечно, напрягло. Подожди, я же здесь что-то начал рубить. Начал, да. А, правильно, я жрать захотел, убежал. Так, дом нам надо достроить по любасу. Давай, 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 хуярь. Да, этим топориком он рубит всяко дольше. Во-во-во, только не на меня. Текс. Нормально. Сейчас попьем, там, наверное, с утра будет водиться. Хотя нет, если не будет у нас так. Вы в крови смыть ее, чтобы... О, блядь, сейчас смыться надо, точно. Ну, смотрю, стамина... А, сила, значит, здесь тоже как-то она будет прокачиваться. Видимо, если будем больше работать, то у нас и силы, типа, больше, наверное, будет. И хер его знает. Помню, меня как-то, блядь, прибивало деревом. По-моему, неоднократно даже. Так, хочется пить. Ну ладно, давай попьем. Газировочки. Надо будет еще поильник. Ну, это сушилку для мяса сделать. Так, одну это убить надо будет, да? Сколько нам еще? Ой, всего-то 80. Три бревна надо, да? Всего ничего. Луна как-то светится, честно. Непонятно, черная, блядь, какая-то, и все. Могли бы уже, знаешь, как-то, ну, нормально это все про... изобразить. В смысле, я взял хоть что-то из перьев-то? Сколько у меня их? 10. Все. Уже есть стрелы. Тихо-тихо, не тухни, не тухни. Да, бревна как подлетали, так и подлетают. Ни хрена не меняется, вот серьезно. Но всяко говорю, всяко мне в него сейчас интересно играть. Уже где-то что-то подзабыл, тем более много чего уже... О, дождик пойдет сейчас, отлично. А много чего поменяли в плане того, допустим, в плане лута. Многое лежит сейчас в других пещерах. То есть для меня, опять же, это где-то что-то придется искать. Поэтому все заебись. Так, что, дождь тушит, да, наши костры, нет? Или как было, похуй, так и... О, кости, кости, кости. А, стопы. А... Так, а теперь нам надо... Ага. Как будто бы меньше костей теперь, да, нам требуется? Оденем. А, давай-ка посмотрим вообще, что у нас здесь. У нас же статистика теперь, вот эта вся хуйня есть, да? Так, вот статистика. Нет, вот статистика. Нет, вот... Нет, нахуй. Где статистика, сука?
Заметки, 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 указатель. А, статистика, вот она. А, все. Смотри, 205, вес такой же, атлетизм 24, сила 21. Я вот не понял, увеличилась она или нет. Гидрация, сытость, нормально все, броня. Ладно. Опачки, давай погреемся. Видишь, дождик пошел, короче, становится холодно. А почему вот он ярко горит, только когда вот только подкинул, он ярко горит, а потом сразу, короче, так себе начинает. Вот это, конечно, не камильфо. Или мы от такого сейчас не загораемся. О, костомаха валялась. А сколько нам надо? Так, 3 мало по-любому. Да, штук 6 надо. Раньше, по-моему, 9 надо было. Или также 6 надо было. Да, в идеале надо было лечь поспать, не вообще. Так, подожди, это брось. А, да? Нормально собирается. Так, ну у нас сейчас рассвет, отлично. Да, с этой, с рогатиной вообще теперь нет проблем в плане того, чтобы собрать перья. Я так думаю, и в плане этих теперь кроликов тоже, по-моему, проблем нет вообще. Так, ну что, будем прорубаться туда, либо просто... Нет, наверное, пока просто вот все, что рядом. Нам надо построить сегодня дом. А дальше больше будет. Сильно заморачиваться не будем. Поставим домик, короче, просто полноценный домик, чтобы был. Пару этих... Как их? Пару ловушек, наверное, поставим еще. И потом попремся, короче, ковыряться. Потому что мне надо по-любому будет как-нибудь посмотреть, что есть в пещерках. Потому что тут в пещерах до хера что поменялось. Напугался я этого куста, если честно. Тарам, тадам, тарам. Ну. Так, ладно. Это забираем. Пошли. Сейчас надо, да, по горбу. Не, нормально пронесло. Что я подустал, надо там поставить лавочку себе, короче. Мясцо заберем. И куски мяса все большие почему-то. Хотя они, блядь, должны быть маленькими. Знаешь, вообще, по идее, вот это слово сос, но здесь его на песке не будет видно. Опять же, если брать реально. Это надо было его где-то, короче, вот здесь ложить. Да и здесь тоже, здесь, по идее... А, все понял. Здесь, по идее, трава, в траве вообще ты нихуя не увидишь. Давай. Сейчас посмотрим, как у нас этот атлетизм туда-сюда, как он будет увеличиваться. Еще раз посмотрим. Смотри, 21,2, атлетизм 25. О! 21,2, 25. Сейчас посмотрим. Пока мы построим дом, у нас по идее эта вся херня немножко прокачается. Значит, в дальнейшем это будет влиять на наши характеристики. Наверное, мы будем уже не так быстро уставать. Там, я не знаю, дольше. Что у нас там может быть? Там, блядь, дольше не есть, к примеру. Меньше пить. Хер его знает. Ну, смотрим. 21,2, 25. Пока все так же. Сейчас, пока дом достроим, по любасу у нас все изменится. Думал, короче, сегодня постримать. Но по времени не получается. Свободного времени не так много. Даже сдохнешь ты, блядь. О, бля. Наконец-то, да? Свободного времени просто недостаточно для стрима, потому что потом уезжать придется. И все, эта хуйня у нас готовая. Че, чаечки, можно у вас даже... О, бля. Ладно,
Ладно. Давай-ка. Быстренько, нахуй. Текс. Помню первый раз, когда такой дом строил, думал, ебаный урод, когда я его закончу. А так, в принципе, что там, он 65 бревен всего надо. Это, по сути, сколько? Штук. 15 деревьев. Можно сначала тогда нарубать все, чтобы они валялись. И все. Может, давай-ка топорик вот этот я сделаю. А, подожди. Подожди. А, отсюда веревка же нужна. Веревку там надо взять сейчас будет, ладно. Че, опять жрать хочешь? Ты запарил, бля, хочешь есть. Вам холодно и мокро, разведите огонь, чтобы просохнуть. Нормально. Не ной, как говорится. Так, вот здесь должна быть у них этот. Лодка. Здесь же озеро. Ну, я все-таки вот эту местность я уже наизусть действительно знаю. Так, раз, два, три. Три веревки, три. Три, теперь смотри, раз, два, три. Чпуньк. А! Так, ну-ка подожди, бежим обратно. Сейчас посмотрим. Что-то я еще, короче, с этим, видишь, могу сделать. А, ну по идее обвязать тряпкой только и все, наверное, да? Ага, ну все, теперь только, наверное, этот. Ой, добавить туда, короче, вискаря. И все. По идее, больше ничего с ним не делается. Да, так его поджечь могу вместо факела использовать. Нахуй, не надо. А, давай поставим все-таки 26, 21,4. Да, смотри, у меня увеличивается. Увеличивается, это хорошо. А, так, мне надо посиделки сделать. Посиделки, вот она, посиделки. Посиделки мне надо сделать как-то так, чтобы я, короче, здесь где-нибудь сел, да отдохнул нормально. Вот так пойдет. Потому что мне сейчас здесь надо рубить деревья. И как бы, чтобы не ходить домой отдыхать, лучше отдохнуть здесь. Да, он быстрее рубит. Хотя не факт. Помню, они, по-моему, это... А, или это не здесь. Или здесь тоже. В Вортексе точно помню, бамбук когда рубишь, он бывало просто падал вертикально, то есть бамбук не падал, он рассыпался, и то есть все, что надо, падало прямо на тебя. Но там похуй, я не убивала ничего. Кстати, Вортекс они, по-моему, так нахуй не доработали, нихера, давно по нему никаких обновлений, уже несколько лет, по-моему. А игра была многообещающей, мне она, ну, как бы зашла. Я ее, по-моему, даже купил. Да, я ее купил точно. Ну, я все ждал того, что что-нибудь в ней добавится интересное. Вот сейчас хотя бы вдвоем действительно можно здесь сидеть. Раньше потому что садился друг в друга как-то так. Так, слушай, подожди, мне знаешь еще что надо? Игровой интерфейс, вот это я хочу поменять. Цвет на зеленый. Да, на зеленый поставим. Типа как задумывалось изначально в The Forest. Все. Пошли рубать. Еще тоже минус Фореста в том, что все, что я, допустим, сейчас нарублю, вот эти бревна, которые будут валяться, если я их никуда не уберу, они просто-напросто исчезнут. Это, конечно, меня вот прям сильно напрягает. И напрягало в то время, и напрягает сейчас. Потому что, ну, блядь, ну я же уже нарубил, ну, схуя ли оно должно исчезать? Ну, 63 бревна. В принципе, не особо много. Та-дам, та-дам, та-дам. Ой, помню, какие мы большие здесь замки раньше строили. От них уделать. Ну, с читами, конечно.
А помню, на водопаде делал. Вообще-то здорово, но без читов. А, этот забор мы с читами делали. Забор, блядь, с читами. Потому что мы оградились каменным забором вокруг. Никто ничего не мог с ним сделать. И мы спокойненько, короче, там выживали. А вместо этих ворот у нас стояли ловушки. Эти, которые большие. Большие квадратные, которые, как, блядь, мышеловка, их, как ее назвать. Вот такие стояли. Бля, я бы поиграл в нее в виртуальной реальности. Наверное, это было бы прикольно. 55. Немного, в принципе. Видишь, можно было по-нормальному сделать бы каталку себе, но, блядь, для нее тоже так много надо этих палок. Хотя, почему нет? Я, блядь, проще мне палки найти же, наверное. Так, подожди, хранилище. Вот она, сани для дров. Саня для дров. Так, вижу, там пиздюки бегают. Бегали. Ну и зелененькая поинтереснее выглядит. Вот так же 10 же палок. Больше он пока не берет, и меньше, по-моему, тоже. Надо этих кроликов будет еще набить. И накрафтить себе сумок и для камней, и для палок. Так, надо посидеть. Надо посидеть. Давай, 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 восстанавливайся быстрее. Ну, нормально. Да, они мимо пробежали. Поэтому это хорошо. Не, камни нахуй, камни мы сюда пока складывать не будем. Тогда вот так все хули в кучу. У нас есть немножко брони. Этому не страшно. Бля, много времени уходит. Так, ну. Че, давай-ка я, наверное, пока нихуя себе. Пока, наверное, может, на паузу поставлю. Нарублю, короче, доделаю и вернусь. Так, ну чё, решил я, короче, все-таки поставить, пока маленький. Блять, времени нет, сын проснулся. Поэтому я сегодня, короче, и как раз-таки не стримаю, то что. Да, он лежит, сидит. Так, надо поесть, похавать. Я смотрю, короче, вот в этом отношении сейчас. Все как-то, блядь, немножко усложнили. Потому что раньше он, по-моему, так часто не хавал. Так, что тут? Грязь, я не знаю. Давай грязи выможемся, наверное. Наверное, типа, они нас будут хуже видеть. Я хуй знает. Ну, типа так. Там писалось. Еще грязь, давай, еще выможемся. Сейчас посмотрим, камуфляж у нас на сколько процентов. Так, осталось 39 бревен. Ну, в принципе, немало, нихуя немало. Так, статистика, вот она. Атлетизм 29, сила 22. Сила уменьшилась. Ага, камуфляж у нас 40%, сила уменьшилась почему-то. Ну, хуй его знает. Атлетизм увеличивается, это хорошо. Это, блядь, я думаю, заебись, блядь. Так, давай-ка сохранимся. Какая? Слот. День 0. Ну, в нем нахуй сохранимся. Подтвердить. Код дуркует тоже. Еще грязится ебанем. И вот еще раз сохранимся как раз, чтобы сразу вместе с этой грязью быть. Ну что, ребят, на этом будем заканчивать. Я думаю, в The Forest мы начнем снова немножечко играть. Немножечко просто посмотрим, что тут нового. Вы, кстати, можете написать в комментариях, в каком,
блять, не жанре, наверное, в каком направлении нам играть. Либо мы будем исследовать, вот, грубо говоря, налегке там пиздиться стараться. Либо мы хорошенько залутаемся, соберем весь лут, какой надо, там, типа, туда-сюда. И уже будем проходить ее более-менее так, типа, как попроще. Ну, не знаю, ребят, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом, я думаю, мы заканчиваем. Всем спасибо, всем пока.